В международном аэропорту Уфа имени Мустая Карима поставили исторический рекорд. Там впервые обслужили пассажира под номером 3,5 миллиона. Ей оказалась 63-летняя жительница Стерлитамака Евгения Казакова. При подсчете учитывали прилетающих и вылетающих пассажиров. Евгения Казакова через сайт авиакомпании «Россия» приобрела билет на рейс Уфа-Санкт-Петербург. Вместе с дочерью и тремя внуками она отправилась в гости к родственникам, чтобы всей семьей встретить Новый год. Рекордного пассажира поздравили руководители Госкомтранса региона, аэропорта Уфа и самой авиакомпании. Евгении Казаковой вручили сертификат на бесплатный перелет Уфа-Санкт-Петербург-Уфа, которым она может воспользоваться в течение года. У счастливицы также есть право на бесплатную парковку и обслуживание в бизнес-зале от международного аэропорта Уфа. Как будто розыгрыш какой-то. У меня такой, знаете, я не ожидала. Это вообще для меня... Как-то я не верю в чудеса. А тут такое навалилось. Я в центре внимания. Мне вообще стеснительно. Международный аэропорт Уфа стал одним из первых в стране, где доля рейсов, выполняемых в другие регионы, в обход Москвы превысила 56%. В начале следующего года у жителей Башкортостана появится возможность прямых перелетов в Волгоград, Пермь, Нижний Новгород и Ереван. В настоящий момент услугами воздушной гавани пользуются более 40 российских и зарубежных авиакомпаний.